Первый гараж зарегистрировали по гаражной амнистии в Новосибирской области. Сделал это житель Бердска. Федеральный закон, позволяющий по упрощенной схеме получить право собственности на гараж, вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Через 3 месяца в Бердске был зарегистрирован первый гараж. В середине ноября владелец гаража зарегистрировал право на земельный участок, а 1 декабря уже был произведен государственный учет объекта и право на него. Документы для оформления бердчанин подал в администрацию Бердска. Гаражная амнистия позволяет как регистрировать права на гараж, так и на земельный участок. Земельный участок именно в границах вашего гаража. Для того, чтобы зарегистрировать право на гараж и на земельный участок, первое, что необходимо сделать, это обратиться к кадастровому инженеру за формированием схем расположения земельного участка. Это можно сделать и сам гражданин посредством обращения в личный кабинет. Там такая возможность есть. Но насколько это реально сделать, ну как бы сложно, потому что каждый должен делать свое дело. Так вот, обратившись к кадастровому инженеру, кадастровый инженер подготовит схему расположения земельного участка. С этой схемой расположения земельного участка нужно будет обратиться в администрацию города Бердска с приложением документов, подтверждающих, что вы являетесь членом ГСК, что вы когда-то приобрели этот гараж, положим, у вас есть какой-то в руках соглашение, справка председателя ГСК о том, что вы выплатили паевой взнос, либо вы являетесь наследником этого гаража в том случае, если так случилось, что не зарегистрировали права на гараж. При наличии вот этих документов и схем расположения земельного участка обращаетесь в администрацию, администрация выносит постановление о согласовании схемы расположения земельного участка. С этим решением вы обращаетесь к кадастровому инженеру. Кадастровый инженер готовит межевой план на этот земельный участок. При наличии межевого плана обращаетесь в Росреестр через МФЦ о постановке на кадастровый учет этого земельного участка. После проведения процедуры постановки на кадастровый учет вы получите на руки выписку. При наличии вот этих документов вы уже идете к кадастровому инженеру, и кадастровый инженер готовит технический план на гараж. Вы уже обращаетесь в администрацию за государственной регистрацией, за предоставлением земельного участка и государственной регистрацией права собственности на гараж. Администрация уже сама при наличии этих документов готовит постановление о предоставлении земельного участка и направляет заявление, действуя от вашего имени, заявление о государственной регистрации права собственности на земельный участок и о государственной регистрации права собственности на гараж. И хотелось бы отметить, что на территории города Бердска уже есть ряд ГСК, которые прошли этот путь. Я вам сейчас перечислю, с тем, чтобы вы уже могли легко обращаться к своему председателю, брать справки о том, что вы являетесь членом ГСК, и обращаться за формированием схем расположения земельного участка. Это ГСК «Автолюбитель 18», ГСК «Воин», ГСК «Искра», ГСК «Орбита», ГСК «Семафор», ГСК «Шадриха», ГСК 21, ГСК «Химик» и ГСК «Южный». Действовать закон, по которому можно оформить в собственность гараж, будет действовать до сентября 2026 года. Для жителей Бердска пройдут консультации по гаражной амнистии 16 декабря в МФЦ по адресу микрорайон Радужный, 7, корпус 1. Вопросы можно задать по телефону горячей телефонной линии 330 14 23. Прием звонков с понедельника по пятницу с 9 до 12 и с 14 до 16 часов.